Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Мы с вами находимся на сельхозрынке Малые Ярославцы. Сейчас, если получится, если разрешат, поснимаем птичку. Я уже узнала примерно цену. Вот такой вот хайсекс белый стоит 300 рублей. Вот такой Ломан Браун стоит 350 рублей. Ну, какие-то они, конечно, склоченные немножко. Вот много вопросов по поводу цен на корма. Сейчас я вам покажу. Комментировать не буду, чтобы не заставили камеру убрать. А вот сколько ведер у вас семечек есть, мешок? Если мешка, 7 ведер. 7 ведер? Да, да. Кать, пойдем, там перепелочки есть, посмотрим. 600, да? Да. Так, ну я так, без комментариев, а то, по-моему, народу не очень нравится. Тут кролики. Цены не буду узнавать. Какие пушистые красавчики. Сфотографировала, можно? Уж очень хорошие. Яйцо. Смотрите, какой. Разрешили. Разрешили пофотографировать. О, какой. Красивущие. Вон, петушки домашние. Я по 1000 дам. Ага, хорошо. Хорошо. Уже нестись начинают? Да они не то, что нестись. Они уже, наверное, вот это-то не первогодка. Какая? Вот это может прошлогоднее. Вот конечно, прошлогоднее. Может быть, не спорю. Вот это через день тоже прошлогоднее. Да, вот да, 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 да. Ясно. А вес мальчика какой? Вот примерно. Ну, почти не знаю, где-то 6,5 литра укладки бывают. А уточки 2-2,5. Ну, они по 2-3 вывода даже делают. Да это я знаю. Так, а рыжие они покрупнее, чем. Ну, я вижу, вижу. Так, вот индюшонок у нас тот узбекский палевый, да? Индюк, да. Индюк. Слушай, а вот это что такое? А вот это что такое? А вот это что за птичка? Кто скажет? Это русская хохлатая курица. Русская хохлатая. Она живая? Живая. А вот брамы. Красивущие такие. Да, да. Брамы кролики. Ага. Кохенхены. Так, пошли дальше. Пойдем перепелочек посмотрим. О, как наша мандаринка, да, которая улетела. Все улетело у нас. Здрасте. Вот там хозяин, там, да? Хозяин, да. Ага. Это все, да? Это все. Добрый день. Можно с вами? Секундочку буквально. Фараоны, самцы есть? А, вот он закукарекал. Есть, да? Ага. Манжуки есть, фараоны есть. Нет, нужно. Можно я? Они в машине, это здесь только да? Эти. А вес какой? И возраст и вес у мальчика какой? Примерно. Ну, примерно. Ну, грамм 200. 2 месяца. Здесь я просто высадила. Я поняла, поняла. Не, ну понятно. Есть манжурцы, есть техасы, есть фараоны. Здесь есть.
Так, и фараоны почем? Самцы. Самцы по 100 рублей. По 100 рублей. Дорогие. Хотела? За шарелками. Сейчас хочу. Мелковаты. Да, этим еще маленькие. Ну как спали? Нет. 6 недель. 2 месяца. Этим еще не 2 месяца. Еще не месяц. Вы говорите, 2 месяца 200 грамм. Это что? Фараоны? А, да. Ну это чистого мяса. Когда бьем. Ну, можно посмотреть, сам ставить. Половозрел. То есть у нас. Не знаю, что-то я там половозрелых я не брал сегодня. Ну пускай. Да, у меня девчонки сколько? Месяц и неделя. Если действительно хорошие мальчишки, я возьму. Вчера забили 300 штук пацанов. Молодой, это по 180 пацаны. Ну, девочка, 180 пацаны. Вот. Это мальчики, да? Это мальчики. Да, 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 все правильно. Так что вы говорите, мальчики почем? 100 рублей. По 100 рублей. Это какой возраст? Им недель 5. 10 штук 5 у меня есть. Так 5-то нам не надо. Сколько? Сейчас. Только давайте поставим, сейчас я скажу вам, хоть что у меня есть, вы мне скажете, что мне надо. Сколько у вас голов? 15 голов, из них штуки. Ну, короче, на 10 девочек. Мне, наверное, пару их всего нужно-то. Ну, лучше 3. Не надо мне снять. А не вас, да. Мы птичку фотографируем. Вы нам не интересны. Лучше 3. Если на яйцо, хотите яйцо, чтобы сокрутарено, 3. Вообще где-то берется. Да давайте 3-то, господи, какая разница. Я не том, что. Только это, таких покрупнее выберите. Ну, все, да, меня снимай. Это. Я не против. Да это фотография ребенку показать. Вы нигде вот, не. Так. Сейчас я закрою коробку. Дело в том, что мне-то пацаны что так продадутся. На мясо, не на мясо. Просто по-хорошему сажать лучше 1-3, 1-4. 1-5 все равно и то. Вы мне скажите, какую-то профилактику я ничего должна не буду. Надо. Так, все, у вас коробочка есть, да? Сейчас я одного возьму. Сейчас поедешь к невестам. Пришли? Да еще в сомнении. Не надо никогда сомневаться. Надо. Очень приличный для месячного. Так, я к вам иду, да? У вас там коробочка? Так. Ой, они мне не это. Видите? Вот так вот, да, вот. Ага. Сейчас. Это достать? Вот боитесь, что мы вас снимаем. А если это реклама? На. А если сейчас я вам про вас расскажу, и завтра и к вам... ко мне придет налоговая и скажет, а вот вы продаете... Да вы что? Да, вы знаете, а к вам покупатели, если придут? Пойдем, да. Меркурий, блин, уже на пятки наступает. Да что там, Меркурий-то? А поилочки, кормушки, все надо поменять, все, чтобы было свежее и новое. Все с курами, с несчастными, с фабричными. Наталья, привет! Ну как вы тут? Всю зиму сидишь, Наташ? Ты тут не замерзла? Душа моя. Молодец. Ну, я что могу сказать. А мы теперь заказываем. Нам на дом привозят. А куда? Калуга. Заказываем от 2 тонн и бесплатной доставкой. Удобно. Ну, давай, удачи тебе. Значит так, нам нужны. Извините, а можно вот так кормить? Так, мне нужны вот такие вот. Я маленьких. Вот такие вот, наверное. А сейчас я скажу. Они вот такие длинные только, да? Ага.
Вот покороче нет, на маленькую клетку. Короче только вот. Короче только такая. Сюда, ну да, угловод пролезет. А как она вот так-то открывается, да? Угу. А сюда вместились такая же, да? Так. А эти вот, они вынесены. А ну вот так вот я и буду. Пока не сломаю. Нет, давайте мне что попроще. Да, все, что с усилием, это потом. Так. Вот таких пару штучек. Это первое, что мы возьмем. Дальше нам нужны поилки. А поилки мы возьмем самые обычные перевертыши. Вот такие поилки. И вот такую кормушку. Кстати, вот такая кормушка, это тоже на банку. Тоже такая удобно. Только одна. Такая одна, хорошо. А вот эти почем? По 100 рублей. А это? 50. Так, тогда смотрите, мне вот таких парочку. Ага. Вот такую одну я еще возьму. Ну вот, считайте нам. Так. А СД 200? А, у вас только третья фракция, да, СД? Вторая вам. Коробка вторая. Коробка вторая. Пенрофон нужен. Так сколько вторая? 200 тоже? Да, что-то это? Нет, вторая 200. Вторая 300. Так. Что, положили, да? Угу. Угу. И 250. 450. Угу. Вот. 250. Давайте еще пронизу. Это что, шашка? От чего? Оно идет как дезинфекция от пироеда, от блох, от всяких. Здесь одна таблетка есть? Здесь три таблетки, 250 рублей. Есть еще 7 таблеток, 250 рублей. У нас есть Dexamdes. Ну все так. Так. А обработка помещения, вот блошек. И всякие... Тамазан. Есть вот такой и есть такой большой. Да нет, ну если такой же, что его приносить? И как он уничтожает вшей? Это как, разводится в воде? Да. И на какой объем вот это? Это вот на 4 литра воды. Есть флакон на 100 литров воды. 1 миллилитр на 2 литра воды. 4 литра воды. А цифокс у вас случайно нету? Нет. И не бывает, да? Есть еще циперол. Циперос, это знакомое. Тоже от всяких пироидов. Да? Его не надо разводить или надо? Нет, его не надо. Вот так как есть и прям погнал, да? С мухом показания для борьбы мухи, кровососущие, насекомые, паразитов, животных. А птицу можно и вобрать сделать? Да. И, а помещение? Да. То есть все вместе можно, да? Ну давайте все вот это я возьму. Все, да? Ну, наверное. Формазин. Вот формазин хорошая вещь, конечно, но пока есть. Так, ничего не забывает, забираю. И кормушечка. Спасибо. Так, возьми кормушечку, а я возьму наших перепелочек. Давай. Так. Наши перепелочки. Так, ну что, друзья, мы с вами прогулялись по сельхозрынку Малоярославца. Собственно говоря, мы приехали сюда за кормушками, за поилками, покупать мы ничего не планировали. Ну, взяли вот трех мальчиков-фараончиков. Как я уже говорила, я против инбридинга, поэтому самцы у нас сейчас будут подсажены под наших девочек-фараонов, самочек-фараонов. Ну, птичка вот вся примерно такая.
хочется их пожалеть. Всего вам доброго, до новых встреч.